Новый по форме, старый по содержанию. Так киевляне комментируют появление патрульной службы, которая в украинской столице пришла на смену милиции. К присяге 2000 сотрудников МВД привели с помпой. На Софийской площади их напутствовали президент и премьер. Причем глава государства обозначил сферу ответственности патрульных как фронт борьбы за справедливость. Горожане тем временем делятся в соцсетях наблюдениями, где именно проходит этот фронт. Правоохранители в течение первой ночи успели потушить горящую урну, вызвать ремонтников к неисправному светофору, оформить несколько автоаварий и разогнать уличных торговцев. Дайте мне работу! Дайте мне работу! Я не буду тут стоять! Как заявили в украинском МВД, внедрение патрульных в Киеве – это пилотный проект, а после его обкатки и принятия закона о национальной полиции эта служба окончательно заменит милицию и ГАИ.